Сотрудники правоохранительных органов пресекли канал поставки контрафактной табачной продукции. Складские помещения в Корсунском районе служили для злоумышленников точкой хранения немаркированных сигарет. Дальше контрафакт мелкими партиями отправляли в торговые точки региона. После обысков было найдено 380 коробок различных табачных брендов. Всего насчитано 190 тысяч пачек на сумму 5 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело. Следственным отделом межмуниципального отдела МВД России Корсунский возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса Российской Федерации.